Эти люди, которые тут, я вас не звал, я сейчас тут, я в больнице нахожусь, я упал из окна, я тут в каком-то тюрьме какого-то бомжа, почему бы в комнате, когда был я там, жизнь была охуительна, а теперь я вообще не рад. Что вышел оттуда, да нахуй не надо, ты брат. Эти улыбки надо мной стоят, что-то говорят. Брат, я такой же, как и вы, я не хочу быть обратно опять назад. Там было охуительно, да мне там так нравилось. А тут смотрит на меня какая-то бразот, иди нахуй отсюда. Ладно, давай, не говори, что ты хотел, или нахуй иди отсюда. Я видеть тебя вообще не хочу. Я вообще не хочу, я ничего не хочу, не хочу жить. Ведь там не нравилось наверху. Суки, сняли меня обратно нихуя. Я же не хотел, не хочу я жить. И тут в этом, особенно в теле, это в обуза нахуй надо. Вообще нет, да сука, мне пистолет. Я застрелю себя и обратно вернусь. Там было хуй на все абсолютно. Блять, дыхалка кончается, задыхаюсь, неужели убираю с вами, суки, даже не попрощаюсь. Зачем вы мне идите просто домой? Скажите, он сдох.